снова привет. Что-то я совсем замоталась и забросила свой видеоблог. Вы уж меня простите. Так вот, я снова с вами, ваша гламурная оторва Софи. И сегодня, по просьбе моих зрителей, я хочу рассказать о том, как я купаюсь. Не переживайте. Я помню обо всех ваших пожеланиях, так что про другие темы мы обязательно поговорим чуть позже. Откуда этот запах? Неужели это я? Фу. Итак, на дворе весна, и пора привести себя в порядок. Неплохо бы начать принятие ванны. С чего я начинаю? Я иду в ванну, включаю воду. Правило номер один, которое нужно запомнить. Вода должна быть не слишком холодной, не слишком горячей, теплой, но не такой, как для двуногих, попрохладнее, ведь температура нашего тела выше, чем у них. Лично я закрываю слив, чтобы немного поплавать, но если у вас цель только помыться, то это делать не обязательно. Затем я жду, когда наберется достаточное количество воды, чтобы можно было плавать. Вода, конечно, в Москве из-под крана фиговая. Бе. Даже попить нельзя. Жду! Ну вот я жду, когда наберется. Жду. Когда вода набирается примерно так, что я уже не могу стоять на дне ванной лапами, можно начинать тренировку. Купаться – это святое. Правда, плавать я только учусь и, конечно же, в ванной. Ведь совсем скоро я отправлюсь в путешествие на море, и мне нужно будет уметь хорошо плавать. Я плаваю из одного конца ванны в другой, а на передышке я останавливаюсь у края ванны, вставая на задние лапки. Когда я наплаваюсь, воду можно немного слить, опереться о край ванны и позвать двуногих, чтобы меня хорошенько помыли. Тут нужно запомнить второе правило. Двуногие должны мыть вас аккуратно и тщательно собачьим шампунем. Намыливаемся постепенно. Голова, животик, лапки и коготки, спинка. Если шерсть густая, то лучше, чтобы хозяин намыливал вас как можно тщательнее. Ну еще вот это место надо подмыть, конечно. Важное правило номер три. Очень нежелательно, чтобы вода попадала в ушки, поэтому мыть голову нужно со всей аккуратностью, а вы покрепче прижимайте уши, как я. Итак, мы отлично намылились, и пора все это с себя смыть. Тут можно уже включить душ, не забываем про нашу температуру, и смыть весь этот шампунь. Правило четвертое. Смывать шампунь нужно очень аккуратно и основательно, чтобы нигде не осталось пены и намыленной шерсти. Так что обязательно проследите за своим двуногим, чтобы он выполнял все указания и не пренебрегал правилами. Так как мыться любят не все, я, например, больше люблю плавать и купаться, то неплохо было бы построить из себя несчастное создание, чтобы получить небольшой кусочек сыра в похвалу. Вот это другое дело. Итак, я чиста и осталось просушить свою прекрасную шерсть. Для этого у меня уже подготовлено полотенце, куда я сяду, а двуногие упадут меня в другое, посадят на него и хорошенько вытрут. Ну, я красотка и готова встречать весну. Юху! Поехали! Грязным можно встретить весну. Боже, Эйвен, да. Прекратите снимать моего брата. В общем, с вами была гламурная оторва Софи. Спасибо за внимание, надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте и группу видео Чихуахуа. И будет вам счастье. И не забывайте оставлять свои пожелания по видео в комментариях. До встречи, друзья!